Ого. Ночью все по-другому смотрится. Таинственно. Где-то. Ой. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция — гора Матанга. Хампи, доброе утро. Мы находимся в Хампи. Сегодня поднимаемся на холм Матанга встречать рассвет. Время около 6. Здесь начинается подъем. Еще темно, но уже есть люди, которые вместе с нами поднимаются. Вот. Вы не на Матангу, девушка? Вот, пытаюсь найти. Ну, пойдемте вместе тогда уже. Ну, хорошо, хоть не одна. Way to heal. Хорошо, хоть не одна будет. Да. Все стрелочками показано, так что идем правильно. Да, интересно. И камни тут тоже такие огромные. Ну тут пока лестница каменная, довольно широкая, тяжелая. Ну, тяжелая тоже, да. Высокие ступеньки. Огромный камень слева. Тут везде камни, конечно. Еще звезды на небе. Темень. Люди там уже вдалеке поднялись, видимо. Горят огоньки впереди. Наверху? Да, так быстро. Только что были с нами. Неужели? Даже не. Уже так расставлено. Ну да, что тут подниматься. Издалека холмик смотрится так прилично. На самом деле, может, он тут метров 200 всего. Ну, молодежь она. Быстренько себе раз-раз забежала. Местные, кстати, очень много местных. Там еще внизу машина большая приехала, организованная. Просыпается очень рано, чтобы подняться на гору, встретить рассвет. Молодцы. Там вот храм, откуда мы пришли. Ну все, здесь уже хорошая лестница пошла, широкая, устойчивая. Камни, камни. Кругом камни, друзья. Не знаю, видно ли что-то вам. Попробую посветить. Холмы, скоро солнышко зайдет, а мы уже практически зашли в гору, на холм Матанга. Да, мы погорячились, наверное, с одеждой. В общем, совсем не холодно. Можно одеваться обычно, как одеваетесь днем. Пока что, по крайней мере. Сейчас и ночи теплые стоят. Совсем не холодно.
Вот уже петух где-то прокукарекал в деревне Хампе. Значит, скоро рассвет. Вообще, мы довольны, что мы приехали сюда, в Хампе. Конечно, очень много посмотрели, много походили. Фантастическое место. Необыкновенное. О, что тут? Кактус. Ночью все по-другому смотрится. Таинственно. Так, ступеньки закончились. Появилась тропинка. Так, камушек обходим его. Можно переступить, в принципе. В ночной Хампе немного огней, но что-то видно. Может, здесь? Да. Попробуем здесь пройти. Не уверен, конечно. Ну что-то похожее есть. Да, мы тут увидим. Придется ждать еще кого-то. Ну да. Сейчас я попробую пройти дальше. Ну, какая-то есть тропинка. Да? Ну, непонятная, да. Сейчас я попробую пройти чуть-чуть дальше. Да, что-то тут тоже не видно тропинки. Куда-то она теряется тоже. Ну вот здесь есть хорошая лестница. Получается, мы просто не туда свернули. Да. Надо было идти прямо, а мы свернули немножко налево. Но там была тоже протоптанная хорошая тропинка. В темноте же не видно ничего, плохо видно, даже с фонариками. Посветил не туда и все. Идем. Ну да. Тут еще тропинка, но идем по лестнице, я так думаю. Туда нам не надо. О, да, тут осторожно надо. Что-то ступеньки немножко соскочили. Поднимаемся. Классно. Так-то ничего особенного. Обычная тропинка, но из-за того, что это ночью, в темноте, среди камней, ощущение интересное, необычное. Тут, в принципе, подниматься минут 15-20 всего. Такая вот ступенечка, камень. Ну, было удобно ставить ногу. Видишь? Угу. Огромные валуны кругом. Идем среди валунов в темноте. Вау.
проходим. Да, тут просто невероятно. Туннель каменный, без крыши, правда. Все равно интересно. Сюда? Да? Да, this way. Точно? Точно. Наклоняйся осторожно. Проходим. О, I don't know. No? I don't know. Maybe. Try. Very strange. Как-то очень узко. Подожди, я залезу, тут какие-то пещеры. Может, это не туда, да? А может и сюда. О, тут какие-то пещеры. Сейчас, подожди. Пока не вижу выхода. Тут тупик какой-то, не тупик. Похоже, нет. А может, да, сейчас, подожди. Ну, наверное, все-таки да. Там идет тропинка. Да, иди. А? Идем. Видишь, куда идти? This way. Ты где? Guys, looks like this way. Come inside. Да, здесь вообще, там тут и пещеры какие-то, и туннели, и камни кругом вообще. Ну я туда-сюда походил, там явно тропинка налево уходит. Классно, тут пещера, да? Там не еда. Это что, не еду? Ну ладно, почему? Окей, гайз! Ну да, не будем мы ее ждать. Ты им сказала, да? Что? Где налево? Вот здесь. Давай, тогда вперед. Ну вот тропинка, видишь? Не знаю. Они тоже рассказывали нам, что здесь узкая тропинка будет. Ну, что же. Там какое-то ответвление. Ну, есть тропинка, по крайней мере. Ну, я вижу. Может, там потом вверх пойдет. Все равно надо по ней пройти. Тут даже по ней пройти. Посмотрите, друзья, где мы идем. Да. Я не знаю, Лена. Ну пройдемся, какая нам разница. О, ничего себе, высота какая. Ничего себе. Выйдем сейчас чуть-чуть. Ну явно тут тропа, дорога. Может, мы и не туда идем. Но пройти хочется. Я не ухожу. Очень странно, конечно. Ну, наверное, не идем дальше, потому что идем обратно. Никто за нами не идет. А дорога уходит вниз.
И там она уже, не знаю, может, и можно было пролезть где-то, но не факт. Но ничего, зато мы прошлись в пещерах по тропинке узкой. О, тут уже экстрим пошел. Пошел экстрим, друзья. Ступенечка такая маленькая. Осторожно, Алина. Тут уже экстрим пошел. Сюда? Вот сюда теперь сворачивай направо. Сюда. Да. Но это еще не самая вершина, судя по всему. Тут вот какое-то сооружение. Может быть, это одна из площадок. Только лишь. А там храмик наверху. Поэтому еще идти. Друзья. Так, продолжаем. Значит, это еще не конечная остановка. Идем дальше. Way to Hill. Дорога на холм. Вот она, эта дорога каменная, такая смутно угадывающаяся. Конечно, с маркировкой здесь напряг. Так, дорога закончилась, просто камень. Ну вот белая полоса, видишь, это похоже на маркировку. Ну, чтобы туда не заходили. Да, но надо быть осторожным очень, Алина, и внимательным. Нет, просто не торопиться, да, потому что там обрыв. Олег, не говори мне такие слова. Просто невероятно. Просто невероятное. Но мы идем. У нас цель подняться наверх. Опять камни какие-то. Так. Ага. Осторожно, да. Главное не торопиться. Где идти, где ползти? У меня юбка просто еще и обувь. Еще идти. Впереди ступенечки. Так, а здесь опять нам надо на камень. И вон там дальше будет опять ступенечки. Единственное, тут пройти опять участочек надо будет аккуратненько. По камню большому, чтобы дойти до ступенечек. Ага, вот они, эти ступеньки. Здесь уже проще. Вот я уже стою на ступеньках. Тебе надо аккуратненько дойти до меня. Да, держись за камушек, может как-то вдоль камушка, да. Вот уже тут легче будет. Тут уже пошли ступеньки. Там что? Там пещера очередная. Я думаю, что нам не туда. Нам сюда. Так. Идти. Осторожно идти. Мы же разведчики с тобой. Ну все, здесь уже хорошая лестница пошла, широкая, устойчивая. Камни, камни. Кругом камни, друзья. Не знаю, видно ли что-то вам. Попробую посветить. Там холмы. Скоро солнышко зайдет, а мы уже практически зашли в гору, в холм, в Матанга. Да, здесь ветерок, как и говорили. Здесь вот храм какой-то. Thank you.
вот этот храм. Мы забрались практически на крышу мира. Намасте. We are from Ukraine. Okay. Yeah. That's good exercise. Very nice, yes. Go the sunrise viewpoint. Yes. Sunset, okay? Alright. Like sunset also here? Yeah. Both sunrise and sunset is amazing. Yeah. Want some water and chai is available. Okay. Water and masala chai. Maybe later, yes. Later. Okay. Thank later. You. Солнышко, оно должно там где-то за храмом появиться, за храмом. О, солнце, о, Ярила, где же ты? Появись, проявись быстрее, все устали ждать тебя. Зарево есть, а солнышко все нет и нет. Ну вот, мы уже наконец дождались. Сейчас на часах у нас 7 часов ровно. Первые признаки появления солнца. Oh.